«Комета». Легендарный ламповый магнитофон из 60-х годов. Двухдорожечный, монофонический, три скорости. 4, 9 и 19 сантиметров в секунду. Округлость форм из 50-х годов сейчас воспринимается, пожалуй, более чем винтажно. Культовость этого магнитофона основана на том, что в Советском Союзе их выпускали много и достаточно долго. Стоил в свое время приемлемо, что-то около 200 рублей. И, как правило, их гоняли, как говорится, хвост в гриву до последнего издыхания. Данный аппарат 1971 года выпуска. Ему много досталось на своем веку, но он еще жив. Двигатели у магнитофона два. Один на лентопротяжный механизм, другой на перемотку. Минус – это узел переключения скоростей. А если с подуставшим пасеком, то весьма капризен механически. Еще один недостаток – нельзя поставить катушки номер 18. Это которая на 525 метров, если на лавсановой ленте. Только номер 15 на 375. Хотя умудрялись ставить и 18, это если верхнюю крышку снять. Хотя поздняя ламповая комета с литерой М считается самой неудачной, однако настроенная комета, особенно ранних выпусков, звучит несравнимо со многими стерео. Давайте немного послушаем. Words and make my dreams come true. I was hanging, I don't.